Опубликованы очередные кадры неудач российской армии после вторжения в Украину. На кадрах, обнародованных Государственной пограничной службой Украины, видны потери, которые понесли оккупанты при наступлении на Киев. Предотвратив наступление на столицу, украинские вооруженные силы артиллерийским ударом уничтожили 50 боевых машин оккупантов, тонны оружия и боеприпасов, несколько грузовиков КАМАЗ, живую силу и военный штаб оккупантов.